И как видим, аватарка у нас больше уже не нажимается. Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем видео я расскажу, как можно сделать некликабельную аватарку ВКонтакте на новом дизайне. Итак, для этого вам необходимо будет удалить все фотографии и оставить одну, которая уже находится у вас в качестве аватарки. Я удаляю. И вот остается у нас одна фотография. Либо же вы можете поставить новую фотографию, ну, чтобы количество их составило только один. И так, дальше вам необходимо будет скачать текстовый документ, ссылку на который вы увидите в описании под видео. Скачивайте, открывайте и копируйте все содержимое данного документа. Далее переходите по ссылке, которую также увидите в описании. Это у нас панель для разработчиков, точнее сайт для разработчиков ВКонтакте. Мы опускаемся ниже и видим вот эту строку. Сюда мы вставляем наш код. И далее вам необходимо будет нажимать несколько раз очень быстро «Выполнить», чтобы вот это значение у нас, которое здесь есть, поменялось, выдало ошибку и написалось по-другому. Итак, мы нажимаем бесконечное количество раз, пока не изменится значение. Вот, назначение поменялось. Теперь заходим на нашу страницу, обновляем. И как видим, аватарка у нас больше уже не нажимается. У нас получилось то, что мы и хотели сделать. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк. Также подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на вот эту кнопочку, что позволит вам быть в курсе всех моих новых видео на моем канале. Все, всем спасибо за просмотр. С наступающими. До скорых встреч.